Начать. Да? Mm-hmm. Подними. Что вы делаете? Мальчик, открой. Привет, сегодня... И у меня подстрелили. Сегодня я попал в драку, меня избили. Не, я не знаю, все синий глаз. Давай, импровизируй. Ты не выспался? Я не выспался. А это твой бидон по утрам, ты просто не умылся, да? Да. Я собаку просто не выгулил. Гнев. А почему у тебя ротик красный? Потому что... Скажи что-то, пожалуйста. Не знаю, не могу наверное. Днем. Видимо, Хэллоуин у всех отнял язык. Потому что все делают так. Типа, да, днем мы участники балета, а вечером мы ведьмы. Вот так. Неплохо. Сейчас мы идем по Элтиксу, мы будем собирать конфеты. Нас уже угостили печеньем. Девочки, расскажите, кто вы? Я сегодня мертвая невеста, Я сегодня, короче, как кукла. Как сломанная кукла. Ага, прикольно. Сыграй на Оскар. Давайте попугаем. Хорошо, сейчас я вам. Ну или еду, что хотите. Бургеры или жизнь? Только вега, пожалуйста. Ребята, это жирно, это жирно. Это жир. Еда. Ребята, я не могу перед этими словами, но я уже не успела это снять, потому что Маша только что бегала за какими-то левыми парнями и била их. Жесть, я в шоке просто. Маша, пошли в парк! Холодно. И что, бегать? Как можно? Давай, ребята, давайте пойдем. Ребята, стой, давай я тебя сниму. Давай, стой. Стой. А теперь наоборот. Итак, сейчас у нас сколько там градусов? Короче, 5 градусов, а мы абсолютно ноги бегаем по парку и держим деньги. Так мы не шутим. Я не мама. Как вы относитесь? Да? Да? На самом деле, это просто тренировка. Я могу себя вести, вот какая я есть. Ну, а какая на самом деле? Сбросишь мне это видео по AirDrop? Окей. Играем актерское мастерство. Покажи пространство и энергетику одновременно. Зачем? Я сказала. Он физик, успокойтесь. Я спокойна, пока что. Пошли. Покажи пространство, пожалуйста. Пространство? Да. Кто шагает, нужно вряд ли на низ. А что, это сегодня Хэллоуин, да? Да покажи нет, пространство. Казалось, да нет, мы просто так ходим каждый день. Да? Да, да, нам просто вот вечером скучно, и мы развлекаемся. Так вы зарабатываете тем деньги? Конфеты, да. Да. Может, не бей людей, это противозаконно. Конфеты, да? Я бы их уже сделал. У меня есть бумага, я не знаю, как... Вам смешно? Да. Бизнес. Манки бизнес. Чтобы этот чувак обнимал.